Более 5 килограммов марихуаны изъяли полицейские в Самаре. По данным силовиков, дурман траву в своей квартире в самарском районе города вырастил 30-летний мужчина. В ходе обыска его жилища были также обнаружены высушенные кусты конопли. Наркотик, по версии полицейских, задержанный готовил к продаже. Общий вес запрещенных веществ составил более 5 килограммов. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное производство или сбыт наркосодержащих растений».